Мы приехали на выставку орхидей, которую проводит с сегодняшнего дня по 15 мая посольство Тайваня. В прошлом году наш президент ездил в Тайвань, и президент Тайваня пообещал устроить выставку, потому что Тайвань является одним из крупнейших экспортеров орхидей в мире. Так что как раз выставка буквально через минуту откроется, и мы будем первыми, кто ее увидит. Нас флагами все украсили, потому что 14 числа День независимости. Пойдем смотреть орхидеи. Прям какая красота! Очень красиво очень сделали. Такой прям оазис. Орхидеи все из Тайваня привезли. Людей сейчас совсем мало, потому что выставка только раз. О, монстера зацвела, ее плоды съедобные. Вон их раз, два, три, четыре. Маленькие пока еще, они раза в два будут больше. Но сегодня не монстера у нас главное, орхидеи. Отсюда прямо уходить не хочется. Настолько красиво. Фонарики повесили, ну прям. Какие они все разные, все такие красивые, пахнут приятно. Я думаю, тут и комментарии излишни, настолько красиво.